Лена, что, на ту выставку? Или нет? У нас вторая там уже сразу. А я думал, ты девчонку какую-нибудь хорошую видал. Туда куда-то. А где ваш? Вот это? Нет, Лена уже на ту выставку пошла. У нас сейчас еще? На это. У нас две выставки сразу. Ну, две, здесь. Ну, и главное, в 9 часов два ринга. Хуя себе, блядь. Сделали, блядь. Гори. Вот там, блядь, что они машут у нее нахуй? Все, вот. Как машут? Башкой машут. Ага. Можешь, блядь. И часто в ринге могут. У нас обычно трясет уже. Да. Ушки надо смотреть, блядь, тоже. Вот у нас сейчас уши, блядь, потекли, пиздец. Как корма нахуй сухого. Вот кормили до этого. Это, а сейчас вот начала корму сухую добавлять, ей не хватает. А у нас, честно говоря, и требуха откончилась, мясо кончилось, не знаю. Я еще звонил. Я еще пока режу. Вот, звонил, что-то кости там мозги ебут. И начали сухачом кормить, и, блядь, сразу уж потекли, блядь. Я вот сейчас еще купили этот Royal Canin, блядь. Угу. Там фирма одна возит прям, блядь. У них не дают адрес свой нихуя, где они. Вот звонишь им, они привозят. Любой такой хочет, только Royal Canin. А есть этот представитель Royal? Вот. Сережечек. Вот они, наверное, возят, блядь. Вот он привез нам, блядь, да не тот, нахуй. Я говорю, ну оставь, пусть с ней. Я говорю, мы... И не, довольно-таки недорого. По сравнению, вот мы так смотрели, вот он 3 тысячи с копейками. А там все только вот 4. Я на работе буду, я тебе номер могу сказать этого Сергея. А, ну а может не это. Нет, эти у него перекупают. Я хотел. Нет, мы прям беремся это. А, напрямую. Напрямую, да. Просто он мне говорит, я говорю, как вам туда приехать посмотреть, самому выбрать. Он говорит, вы говорите, какой вам нужен. Я говорю, я вам сказал, для щенков, вы привезли крупный, нахуй. А мы разбрали прям меленький, блядь, такой. Прям мы щенков прям начинали кормить. А какие у тебя щенки? Стоп. Видите, чаушки. Четыре штуки. Сколько мы взяли? Месяца нет. Ну, пятницу у нас вот тут две недели. А, неделя. А, у нас две недели вообще. В пятницу мы принимали родику. Записываешь все? Да. На ту выставку собак галопом, бля, первое место. Я говорю, блин, вообще хер. Да, чуть-чуть. Да.